По поручению в Рио главы региона Валерия Лимаренко во всех муниципальных образованиях по выходным дням будут разворачиваться культурно-досуговые ярмарки, посвященные праздникам и памятным датам, где можно будет не только приобрести по сниженным ценам продукцию местных производителей, но и отлично провести выходной день вместе со всей семьей. В рамках мероприятий Сахалинской ярмарки 28 апреля на площади имени Ленина для жителей и гостей Невельска начала свою работу пасхальная ярмарка. Создавая праздничное настроение, звучала музыка, да и погода порадовала ярким весенним солнышком. Эй, честной народ, приходи поскорей и деньжат не жалей! Да, приходи, не зевай, раскошеливайся! Подходите все сюда, почтенные господа! Разнообразие представленных товаров поражало. Торговые ряды с широким выбором мясных, рыбных и колбасных деликатесов, продукции пчеловодства, овощи и фрукты, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, орехи и сухофрукты на любой вкус и кошелек. Кроме продовольственных товаров, на пасхальной ярмарке повышенным спросом у покупателей пользовались и изделия декоративно-прикладного творчества. Раскупались многочисленные саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, рассада цветов, семена, удобрения, инвентарь и многие другие необходимые в хозяйстве вещи. Сахалинский политехнический центр. Мы выставляем на продажу наш товар на этой ярмарке. Мы очень рады присутствовать здесь. И стараемся, конечно, разрекламировать наши профессии, какие мы выпускаем деток. А товар можете посмотреть. Вот это все ручная работа, все это делают дети. Вот это тоже помогают нам дети делать все. Купим хлебушек, булочки. Пасочки к праздничку. Деточки вот подходят, пасочки берут, у нас красивые, видите, с цветочками. Хорошие. Это нужно делать постоянно, конечно, тем более предприниматели. Очень хорошо свою продукцию будут выставлять. Правда? И это самое, люди будут знать. Я участвую третий раз за 39 лет. Вот у меня дача 39 лет. Я участвовала вот этот третий раз здесь. Мне очень понравилось. Хороший праздник сделали. Для посетителей были оформлены дегустационные столы с морепродуктами компании ООО ПРК, рыбой и кондитерскими изделиями. Здесь же любой желающий мог выпить ароматного чая, приготовленного в настоящем русском самоваре. Культурно-развлекательная программа этого праздничного мероприятия была представлена тематическими площадками и номерами художественной самодеятельности. Желающие проявить силу и ловкость поучаствовали в лично-командных соревнованиях «Русские городки». Любители интеллектуальных игр на библиотечной площадке «Игрополис» с увлечением играли в настольные игры и собирали пазлы с видом старого города. Отдельным сюрпризом стала фотозона. Любой мог сделать оригинальное селфи или совместное фото на фоне баннера с логотипом Сахалинской ярмарки. Праздничное настроение гостям и участникам ярмарки обеспечивали веселые скоморохи, а также творческие коллективы Невельского района и села Троицкого. Очень приятно, во-первых, мы очень часто по ярмаркам ездим. Конечно, сама обстановка очень хорошая, веселая. Всегда на ярмарках позитив, очень всегда яркий и зажигательный. Новоформатная Сахалинская ярмарка – явление для нашего района новое и вызвало неподдельный интерес у невельчан и гостей города. Чувствуется атмосфера праздника, праздничное настроение. Я считаю, что это очень полезное дело. Выбор большой, можно что-то выбрать, даже можно сторговаться, потому что это не магазин. А нам же надо что? Получше, по качеству и подешевле. Мы рады. Стоит отметить, что сахалинские ярмарки нового формата распланированы до конца года, так что у невельчан еще будет возможность и приобрести продукцию местных производителей по демократичным ценам, и поучаствовать в культурно-развлекательных мероприятиях, и просто провести всей семьей незабываемые выходные дни. Елена Стрелкова, Александр Стрельников, Невельские новости.